Давайте попробуем еще немножко заработать. Так, давай возьмем машинку, багги здесь. Все, поехали на багги. Нет. Блин, у меня этот еще стоит, да, здесь? Это вот штучка. Чаще, но она здесь не нужна. Ты что, я забываю все время это поставить? Для багги. Брать. Крутилку эту. Давай. Еще немножко. Сейчас мы должны доехать. Видим. Все. Так, плюс 3 секунды. На 3 секунды всего лишь. Приехал быстрее. Так, прыжок. Давай, на эту возьмем прыжочек. Хотя, прыжок такой, так себе. Здесь был, ну давай проверим прыжочек. Давай. Опа! Слабо. Ах, слабо. Ладно, следующий у нас. А, езда на заднем колесе. Ну давай этот попробуем. Возьмем автобус. Автобусик. Ах, мало проехали на заднем колесе. И дальше гонка на время. А, нет, мы на лихаче только и должны ехать. Все, едем. Так, гонка на время, нам нужно быстро ехать. О, сейчас начнет он у меня закипать, тачка. Давай. Главное, чтоб бензина хотела. Да ну ты чё разбиваешься? Ты чё разбилась-то? Ой, плохо. Так, гонка на время опять-таки. Поехали. А, ну здесь получше я буду ехать. Я так думаю. Блин, смотри, а как они все умудрились так быстро туда уехать? Во! Это здорово. Смотри, мы даже дальше проедем. А, это хорошо. Это очень хорошо. Так, поехали. Ой-ой-ой, а чё ты переворачиваешься? Я не посмотрел на тебя, вонючка. Давай. Во, еще бензинчик. Thank you. О, а чё здесь так все сложно, я не понимаю. Давай. Опа, а вот и финишка. Вот и финишка наша. Щеночку мы заработали. Ну что? Что-нибудь изменилось или нет? Да, давайте посмотрим. Повтор, как он быстро проехал. Так, трын-дрын-дрын-дрын-дрын. Проезжает быстренько. Так, монетки не собирает. Ага. Ладно, поехали. Нет, сможем ли быстрее на него прыгать, ездить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай. Чё ты смотри? Нифига. Наверное, мы его не обгоним уже. Если на старте не получается его обогнать, то есть во всей гонке не обгоним. Он просто будет от нас далеко уже. Ну и сколько он не разобьется где-нибудь, то, конечно, навряд ли. Ах, вторая позиция. Ну ладно, на 4 секунды он был быстрее. Так, давайте здесь посмотрим повтор. Как он быстро проехал. Так, едет. Этого, может быть, еще и обгоним, слушай. Да, он все врезается постоянно. Ладно, поехали. Постараемся его обогнать. Все, идеальный старт. Здесь мы проезжаем. Оп. Давай, быстрее. Его нужно обогнать. А-а-а! Как так? Слушай, ты где-то там еще вот самое должен застрять. А, он здесь там застрял немножко. А мы с помощью того, что он там застрял, оторвались и выиграли гоночку. Дальше. Так, следующий, давайте посмотрим повтор, как он быстро проедет, Кевин. Ох, нифига он там. Как он на заднице едет. Ага, ладно, поехали. А главное здесь нормально ехать. Вот, смотри, он здесь перевернулся. Ага.
А мы на колесах-то едем. Мы-то должны быть первыми. Так, ну ладно, если не купить, то приедем первыми. Есть. Первое место. Мы еще перевернулись. Круто. Так, ну а мы продолжаем, ребята, играть и выбираем тачку. Вот эту синенькую. Поехали на джипике. Посмотрим, сколько мы проедем на джипе. Так, 14 тысяч у нас. Монеток есть? Очень хорошо. Какая-то сумма уже. Не нулевая. Джип быстрый, но немножко запрокидывается, поэтому нужно быть аккуратненько здесь. Нам ездить. Так. 600 монет у нас, 700. Ой, монет, говорю, звездочки. Звездочки считаю, сколько у меня звездочек собрали. Ну, уже скоро будет 15 тысяч. Да, сейчас будет 15. Пятнашечка. На пятнашку уже можно что-то какой-то тачке что-нибудь прокачать немножко. Совсем немножко, правда, ну. Посмотрим. Такая тачка самая более-менее слабая у меня. На которой я хотел... Наверное, более-менее это, наверное, Monster Truck прокачать можно. Или машинку дизель. Вот, какую-нибудь одну из них. И еще танк у меня слабый. Еще у меня очень слабый. Автобус тоже прокачать можно. Трактор тоже слабенький. Я обычно особо на тракторе не ездил. Поэтому у него проблемы с ковшом. Потому что он ковшом все время что-то пытается задеть, перевернуться. Вот, короче, такая вот ситуация. Да. Вот это вот я не люблю двойную. Двойной вот этот холм, вот этот двойной. Приходится тормозить, останавливаться. Здесь самое лучшее это на баге ездить, мне кажется. Так, перепрыгнуть, нет? Опа, мы не смогли перепрыгнуть на этом джипе вот это место. А это такое место критическое. Если мы его проедем, то проедем. Если нет, то надо прокачивать будет машинку. Опа! Так, поехали. Так, ну проехали, но у нас другая проблема. Бензин закончился. Да, вот и все. Вот и доехали, куда доехали. Ах, так сколько там еще? 2 километра проехали. Ну давай возьмем трактор. На тракторе тоже здесь ни разу не ездил. Ясно. О, плавненько так. Проехали мы. А вот у нас и лидеры едут. Мощные. Так, дальше едем, поворачиваем. Оп. Аккуратно. Как-то так, потихонечку мы едем. Вот уже километр мы сейчас. Полкилометра наехали. Так, здесь нужно быстро к нам перепрыгнуть. И дальше. Я буду стараться быстро ехать, чтобы скорость была максимальной. Ну и чтобы не перевернуться. Да, постоянно давить на гашетку. Во! Так, мы какие-то мелочевку собрали. Мелочевочку собрали, и сейчас мы будем покорять вершины.
Так, а, монетки, монетки. О, спасибо. 17 тысяч уже. Ну, нормальный этот самый трактор. Километр наехали. Ну, два. Я практически на каждой тачке 2 километра проезжаю. Это такой минимум, который мы должны с вами, ребята, сделать. Угу, как-то так. Оп-оп-оп, заехали. Вот это было опасно здесь. Могли бы и не заехать. Ну, пока что нормально. О, монетки. Подожди, давай монетки возьмем. Все, монетки нам пригодятся. И здесь также у нас есть монетки. А, да, такой у нас трактор. Аква-танк. Похож на танк, что он такой мощный. Большое мощное колесо у него, но переднее маленькое, конечно. Гоночный тип. Гоночный трактор, вот. Что я могу сказать про него. Здесь двойное дно такое вот нехорошее. Нужно аккуратно ехать. А, вот оно двойное дно, да. Двойной холм. Так, давай еще чуть-чуть. Ой, застряли, да ну нафиг. Что у тебя? Силёнок не хватает заехать, что ли? Давай еще раз. О, молодец. Молодец. Приближаемся мы к 2 километрам. А это значит, что... Ох, мы навряд ли сюда заедем на тракторе. Хотя, попробовать нужно. Сейчас посмотрим, попробуем, вдруг заедем. У меня что-то колесо, видишь, делает. Ух ты, заехали. А вот до бензина мы навряд ли доедем. Я не знаю, зачем это так все сделано. О, доехали до бензина. Круто. 2 километра мы с вами взяли. 2 километра наши. Так, дальше. Ломаем вот эту всю конструкцию вонючую. А ты чё? Ну и чё ты ковш-то поднялся, идиотский ковш? На, разломали. Чё он так стоит, ковш? По-идиотскому. Он должен зацепляться был. А он так вот как-то встал. Непонятно. Давай. Ещё немножко. Там бензин там, блин. Ну ё-моё. Всё, сейчас движок выключится. Всё, выключился движок. Закончился у нас бензин, к сожалению. Да. Посмотрим, сколько у нас там вообще звездочек собрали. Во, 50 тысяч звезд надо. Ну, блин, это вообще нереально. 50 тысяч звезд. И мы откроем застойное болото. 50 тысяч надо звездочек. Офигеть. Офигеть. А здесь мы еще... Да, много машинок, на которых мы здесь не ездили. Достаточно-таки много. Вот мотоцикл, например. Да. Ну, это будем в следующем ролике снимать. Ну, а сейчас всем большое спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.